Они защищали, они нас любили, родину нашу от бед сохранили. Слово предоставляется внучке легендарного комдива Панфилова, нашего любимого героя Ивана Васильевича Панфилова, а они для нас все любимые герои, нашему другу из Казахстана Айгуль Байкадамовой. Байкадамовой, пожалуйста. Пожалуйста, Айгуль. Я уже не первый раз в этом году, в этих святых местах. И самое главное, чтобы мы всегда помнили о том подвиге и передавали из поколения в поколение. Потому что если пока мы помним, они живы. Я вас всех приветствую на этой... И рада, что мы встретились. Сегодня такой день поминальный, потому что сегодня мы склоняем головы перед теми, кто погиб, кто не дожил до нашего времени. Поэтому царство им всем небесное, а нам мира и, самое главное, память передавать. Спасибо, спасибо. Подарок. Для вас... Город воинской славы, пользуясь таким приятным моментом в юбилей создания, формирования Панфиловской дивизии, 75-летия легендарной Панфиловской дивизии, позвольте вам вручить подарок. Пожалуйста, Надежда вручает подарок вам, памятный сувенир. Ну, связующая нить для нас между теми событиями и сегодняшним днем. Уважаемые друзья, слово предоставляется представителю московского муфтията, нашему большому другу, участнику всех мероприятий, проходящих на Волоколамской земле, подобной направленности, Марату Хазрату, нашему другу. Саламу алейкум, рахматуллахи, баракат. Уважаемые волоколамцы, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие гости, внуки, внучки, которые прибыли из Казахстана, мы очень рады, что сегодня собрались здесь, на священной земле, Подмосковье, впервые, где остановили немецко-фашистскую орду. Благодаря 316-й стрелковой дивизии был остановлен враг у стен Москвы. Мы ценим, уважаем и любим наших ветеранов. Каждый год на Волоколамской земле проходит мероприятие с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны. Перезахоронение – это военно-патриотическая воспитательная работа. Это, в первую очередь, работа наших уважаемых представителей власти, представителей поисковых организаций. Слава Господу за то, что мы живы, и благодарим наших ветеранов. Еще раз низкий вам поклон. Вечная слава героям, всем воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Аминь. В том, что мы в этот солнечный, прекрасный летний день в прекрасном древнем подмосковном городе встречаемся, конечно же, заслуга тех бойцов. И хвала, и низкий поклон нашему герою, последнему из участников боя в 4-й роты легендарной. И для нас Панфиловская дивизия, 316-я, как ее ни назови, 8-я гвардейская, да, это самое родное, самое близкое воинское соединение. И от того, что мы храним эту память, конечно, зависит и наше будущее. Без сохранения памяти о прошлом, тем более о таком прошлом, невозможно существование никакого будущего. В этом абсолютно убеждены все, кто собрались здесь у памятного места. Слово предоставляется руководителю таджикского культурного центра. Будьте добры, пожалуйста, мой милый друг. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие волоколамцы. Сегодня мы на этой священной земле, она священна хотя бы потому, что она полита обильно кровью наших бойцов.
Хотя бы потому, что здесь, прямо в воротах почти что Москвы, стояла насмерть дивизия, которая не позволила пройти в нашу столицу. А от этого очень многое зависело. Поэтому можно сказать, что бойцы Панфиловской дивизии совершили необыкновенный подвиг. Подвиг высокой человечности, высокого героизма. И, разумеется же, мы не только должны помнить об этом, мы должны сделать все, чтобы молодое поколение об этом знало. Потому что вытащить мозг из головы юного человека совсем не трудно и вложить туда что-то другое. А мы должны сделать так, чтобы там, в этих мозгах, всегда была память о той великой, грандиозной победе, которую завоевали в том числе панфиловцы и вообще все наши воины, великие воины советской земли. Я страшно рада, что сегодня мы здесь собрались и что здесь есть вот эти вот юные создания. Хочется очень надеяться, что именно это поколение сделает все с нашей помощью. Вот, если мы не будем сложа руки сидеть, они это сделают, потому что мы их воспитаем так, чтобы в стране наконец наступил мир, порядок, потому что за мир, за порядок, за нашу свободу и нашу сегодняшнюю жизнь они положили свою жизнь, свои головы. Низкий им поклон, вот, и низкий поклон тем, кто и в дальнейшем будет защищать. Мы много сегодня говорили в таком импровизированном, конечно, митинге. Много говорили о том, что действительно не только сохранение, но и пропаганда подвига советского народа в период Великой Отечественной войны, именно всего советского народа, да, поскольку мы прекрасно знаем, что это многонациональный народ, многоконфессиональный, кто-то с православной молитвой, кто-то с молитвой исламской, да, в окопах, но все одинаково стояли за свободу и независимость своей Родины. И не только стояли, но и сложили свои головы. Просьба в юбилейные дни памяти формирования Панфиловской дивизии и подвига легендарных бойцов Панфиловской дивизии на этом святом месте почтить память всех бойцов, сражавшихся не только на Волоколамской земле, не только на подмосковной земле, а в целом на всех участках нашей земли и далеко за ее пределами, и почтить память их минутой молчания. Стояли все вместе, один за другого, и умирали ради дома родного. Пули свистели, смерть шла напролом, снаряды летели, взрывали родительский дом. В наших рядах, среди наших друзей, присутствует внук маршала Советского Союза Баграмяна Иван Сергеевич. И, возможно, Иван Сергеевич, пару слов, приветственно. Простите. Нам очень приятно находиться. В общем, я здесь впервые и в Волоколамске. И когда я узнал, что вот будут эти торжественные это мероприятие, то я посчитал своим-то долгом обязательно принять участие. И несмотря на то, что в четверг-то рано это утром я вернулся-то с Прохоровки, я был там и 4 дня, вот, и 12-го уже был как раз годовщина этого танкового сражения. И мне и вдвойне это приятно, что эта дивизия, она имеет отношение и к моему-то деду-то тоже, и потому что он принял командование 16-й армии от Константиновича Таркасовского. Вот. Но я хотел бы пожелать и ветеранам здоровья, и жителям Волоколамска благополучия, и пожелать то, что вот у нас
все-таки должна быть четкая связь поколений, чтобы молодежь как можно больше уделяла внимание это нашим, в общем-то, ветеранам, ну, потому что в силу объективных обстоятельств они, к сожалению, это уходят из этой жизни. И самые правдивые рассказы об этой страшной войне можно услышать только от ветеранов. И не обращайте внимания на то, что мы слушаем каждый день по радио, по телевидению, потому что сейчас, все вы знаете, идет процесс фальсификации истории. И вот и наш долг — это надо обеспечить связь поколений, чтобы молодое поколение осознавало все те лишения, все те жертвы, на которые пошло наше старшее поколение, чтобы над нами было голубое небо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, дивизия панфиловская формировалась в Казахстане, в Алма-Ате. Но призывались туда жители многих среднеазиатских республик Советского Союза. Из Киргизской республики было призвано 5 человек. Сегодня среди наших друзей, приехавших в наш город, есть представители киргизского народа. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые герои, уважаемые волоколамцы, уважаемые друзья, мы каждый год приезжаем сюда почтить память наших земляков. Киргизская диаспора Москвы и Московской области всегда приезжаем и 9 мая, и в другие памятные дни. Вот, война касалась всех. А вот герой Дюшен Кулшапопов родом из Кыргызстана, и все, и многие герои. Вот в нашей семье 13 детей нашего деда не вернулись из войны, и многие без вести пропали. И моей мамы родной брат тоже не вернулся из фронта, и без вести пропавших числится. И каждый 9 мая мама просто некуда было идти, к вечному огню, и молитву читали. Ну вот вечно живет память у тех, то, ну, даже не, кому это не касалось, вечно им память. Спасибо нашим волоколамцам и приехавшим из Казахстана внукам, внучкам и нашему дорогому ветерану. Низкий поклон. Спасибо. 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 Мне посчастливилось в прошлом году, когда открывался памятный бюст Дуйшанкулу Шапухову, мне посчастливилось сопровождать как раз делегацию из города Шапоково, Чуйской области, Республики Кыргызстан. И вы знаете, среди представителей этой делегации были родственники Дуйшанкулы Шапокова. И невозможно просто без слез, невозможно без дрожи в голосе вспомнить их состояние, когда они прикоснулись там, в Дубосекове, в Нелидове, на братской мастерской или героев Панфилов, прикоснулись к этой родной и близкой фамилии. То есть, вы знаете, это не передать, да? И мы говорим о том, что все настолько близко, да? Что настолько это можно дотянуться еще пока рукой. И дай Бог, чтобы эта ниточка памяти не прервалась никогда, ни на секунду. Нельзя этого позволить, допустить. Это невозможно. И слава Богу, что среди нас сегодня есть живой, очевидный
видят с тех событий нижайший поклон. Так или иначе, вы связаны с Панфиловской дивизией. Это продолжение. Продолжение, конечно. А вы и есть то самое звено, за которое мы можем еще... Да. Пожалуйста, Владимир Михайлович Бурцев. Я хочу пояснить немножко, пожалуйста, и добавить, что 23-й полк, 2-й батальон и 4-й рота, которые служили 28 героев-панфиловцев. Вот в данный момент вот этот полк находится в Бишкеке, в Киргизии. Существует это, как остаток вот этой дивизии. Бишкеки – это бывший до отделения Киргизии от России, Фрунзе, город Фрунзе. Сейчас там находится вот этот 23-й полк. Вот я довел до вашего сведения. Я воевал в 44-м году. После ранений я опять приходил в свою 4-ю роту. Мне хотелось увидеть своих командиров роты, батальона, но, увы, их нет. Второй раз ранены, опять прихожу, опять их нет. Третий раз ранены. Вот как наши командиры вот этих первых низших звеньев, они гибли, которые вели, да, солдат, я настоящий солдат. Солдаты проливают свою кровь, они берут города. Ни танк, ни самолет не берут. Танк въехал в город, снаряды кончились, бензин кончился, и он или бежать, или он тут же гибнет. А солдаты все-таки до конца гибнут сотнями, тысячами, а все равно забирают эти поселки и города. Вот я до сих пор, вот мне 90 лет. И дай Господь. 19 июля мне 90 лет. Будьте здоровы. Вот. А здоровье так, я занимаюсь коллекционерным цветок. У меня коллекция гладиолусов 300 сортов. Вы не видели серого цвета, цвета коричневого, черного коллекции. Я даже дарю главный ботанический сад. Ну, Владимир. Поэтому сад – это мое здоровье. Ура советскому ура! Солдату! Ура! 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 Всем нам здоровья! Но мы, вот, такой возраст, средний там и пожилые, ответственные за воспитание нашего поколения. Когда сейчас я вижу, девочки вот такие курят. Я на фронте не закурил, я на фронте не пил. И махорку, и водку менял на хлеб. Так хотелось кушать. А сейчас что такое? Девочки, женщины курят. Это уже наркотик. Мы отвечаем за это. Я каждый раз вижу, если девочки курят, обязательно подойду и простою эту девочку. Спасибо, спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо. Доброго здоровья, Владимир Николаевич. Всем нам здоровья, всем нам здоровья. Самое главное счастье в жизни – это здоровье. Спасибо. Остальное все. Все будет. Найдется. Все будет. Спасибо. Так слово тем смелым, кто жизни жалел, так слово отважным, кто отступить не посмел, так слово героям, кто Русь защитил, так слово всем тем, кто ради нас победил.